Всем привет, дорогие друзья! Локомотив провел свой второй матч в рестарте сезона и набрал целое одно очко против последней команды чемпионата, против команды Сочи, которая с 12 очками до этого матча очень плотно сидела в зоне вылета. Им для даже зоны стыковых матчей нужно было очков 7 еще набирать. Но сегодня они сподобились на целое одно с Локомотивом. Ну, точнее, мы им это самое очко подарили, потому что, ну, Локомотив по всем статьям был сильнее, кроме одной. Это графа «Забитые мечи», потому что голы Сочи давались очень легко, вообще без проблем. А голы Локомотива — это был какой-то огромный тяжкий труд. Хотя, ну, об этом точно нельзя было сказать на первой минуте матча, когда э, ошибка вратаря и перехват. Клушенкова привел к голу Рифата Жемлединова. И я подумал: такой: ну вот, ну наконец, слава богу, не придется нам целый месяц ждать, когда команда разбегается. И вот она уже сейчас готова показывать хороший прессинг, хорошие скорости, накрывать соперника, забивать мячи, а соперники э, ничего не смогут с этим сделать. Но как же я ошибался! Уже через минуту команда Сочи пешком, не переходя на бег. Умудрилось вкрыть всю нашу оборону. Жорзинон МС зачем-то пошел прессинговать на правый фланг к центральной линии. Его просто шагом обошли. Жорзино не стал ничего делать, хотя можно было там 10 раз свалить в центре поля. И атаки бы не было вообще никакой, но Жорзино решил посмотреть, а чем вообще, во что все это выльется, ему интересно, какова сила российской лиги, поэтому он пока еще только привыкает и смотрит, на что способны соперники. Вот он проводил взглядом своего оппонента, проводил взглядом мяч, потом Дмитрий Баринов пошел в подкат и почему-то, ну, где-то полметра до мяча не долетел, но зато Дмитрий Баринов оказался на газоне лежать, когда Крамарич входил в нашу штрафную. И затем оказалось каким-то образом, что шагом Сочи в вчетвером в нашей штрафной оказались, в то время как из наших игроков обороны там было всего двое Морозов и Самошников. В итоге не смогли они спасти, и счет 1-1 на третьей минуте, блестящее начало, конечно, совсем Совсем не то, чего ожидалось, когда ты на первой минуте забиваешь гол. Это то, что через минуту тебе придется уже вынимать мяч из сетки. Ну, что поделать. И было бы здорово, конечно, если бы локомотив такой: О, ну ладно, начинаем все сначала. И мы сейчас снова надавим и снова как э, забьем в Сочи пятерку голов. Нифига подобного. Снова минут на 10-15 нас хватило, снова очень слабая. Опорная зона, центр поля наш. Если в матче с «Динамо» хотя бы Дмитрий Баринов как-то отрабатывал и был неплох, то в этом матче ни Артем Карпукас, ни Дмитрий Баринов ну, вообще ничего не делали и огромное количество ошибок совершили. Ну, ну, вот первые 10 минут, вот если вычеркиваем из памяти, первые 10 минут мы с «Динамо» играли хорошо, «Сочи» играли хорошо, придавили, не давали им быть со своей половины поля. Если вычеркивать эти 10 минут, то Дмитрий Баринов и Артем Карпукас провели просто кошмарные матчи. И э, когда Артем Карпукас получил желтую карточку, ну, у меня складывалось ощущение, что на второй тайм Артем Карпукас выходить не должен. Потому что А. Он на желтой карточке, Б. Он. Ну, он вообще ничего не делает на поле. Он ошибается, он выпал совершенно из игры, он только добегает до моментов и взглядом провожает, что там происходит на поле, хотя, ну, Артем Карпукас — это вот человек, чья сила в том, чтобы оказываться в нужных точках на поле, где там на чужой половине поля перехватить мяч, на своей половине поля встать э, стеной и не пропустить соперника, а когда Артем Карпукас до этих самых точек не добегает раз за разом, ну, как бы, а, а зачем такой футболист вообще на поле нужен, непонятно. И главное, что на скамейке у Галактионова сидела, ну, как минимум три человека, которые могли абсолютно спокойно заменить Артема Карпукаса. И на сборах это наигрывалось. Ну, в меньшей степени, например, Марио Миттей наигрывался. Он в основном левым защитником. Но мы знаем то, что Миттей может сыграть в центре поля. И не раз это демонстрировал. Но, кроме того, там еще сидел Миша Четинин и Алексей Батраков. Которого на позиции опорника вполне себе наигрывали. И он показывал высокое качество игры. Вот, наверное, мы подходим к главной проблеме, которая преследует локомотив при Галактионове. И эта проблема особенно остро ощущается. Э когда мы выходим из межсезонья, когда команды проводят длительные тренировочные циклы, и вот нужно в этих тренировочных циклах выбрать сильнейших футболистов. Смотрите, в матче с «Динамо» на правом краю обороны вышел Александр Сельянов. И я удивлялся, ну как так-то Александр Сельянов, ну сборы провел, вот товарищеские матчи, то, что мы с вами видели, ну не очень качественно. Он привез два гола, он особо в атаке ничего не показывал в обороне. Тоже не то, чтобы какой-то был сверхгениальный и был Илья Самошников, который как раз в товарищеских матчах на сборах был очень хорош, сыграл больше всех минут игрового времени и сам хорошо атаковал и мешал сопернику атаковать. Много у него было оборонительных действий, много атакующих действий. Да, там не было голов каких-то голевых передач, но тем не менее, все равно, ну вот... Сравнить Илью Самошникова и Александра Сельянова на сборах, Илья Самошников, ну, на две головы был сильнее и качественнее. Но на «Динамо», для того, чтобы заменить Максима Нинахова, Галактенов выбирает Александра Сельянова, который проводит, ну, очень посредственный матч. И что мы видим в матче Сочи? Спустя неделю Михаил Галактенов решает то, что, а, ну да, действительно Илья Самошников все-таки сильнее, чем Александр Сельянов, и выпускает его на левом краю э, обороны. И оказывается то, что Илья Самошников действительно хорошо готов к сезону. И статуэтку лучшего игрока дали Максиму Глушенкову. Но я не согласен. На мой взгляд, Илья Самошников был хороший в обороне и в атаке, и чуть не принес нам заветную победу. На последних минутах именно с ним были связаны самые... Э опасные моменты в концовке матча, последние 10 минут. Илья Самошников тянул мяч вперед, старался, проникал в штрафную, бил по воротам. И даже после его удара, собственно, Сергей Пеняев занес мяч в ворота, но, к сожалению, сделал это рукой. И вот почему Михаил Галактионов, проведя ну, порядка 60 тренировочных дней вместе с командой, глядя на них 24 часа в сутки, не смог понять то, что Илья Самошников к сезону готов лучше, чем Александр Сельянов. Возможно, Александр Сельянов потенциально более сильный футболист и вообще хороший игрок. Но здесь и сейчас, конкретно здесь и сейчас, Илья Самошников выглядит сильнее. И почему бы не выпустить его? И вот та же самая история, она, по сути, произошла, например, с Антоном Мирончуком. И... Были тренировочные занятия, были контрольные матчи. В этих контрольных матчах Антон Миранчук как-то вот действовал. И на Динамо Галактионов считает то, что вот Антон Миранчук это человек, который должен занять место в стартовом составе. 45 минут проходит, 45, и все, Антона Миранчука больше нет. Мы теперь видим Рифата Жамаледдинова. И Рифат Жамаледдинов, который как раз опять же сборы провел шикарно, который э, был лучшим бомбардиром, ну, лучшим по гол плюс пас на этих самых сборах, что делает? На первой же самой минуте забивает гол. Так э, из Динамо гол забивает, так и почему, ну почему наш тренер не видит по сборам и по товарищеским матчам то, что видят, ну, абсолютно все болельщики, кто находится в хорошей форме, а кто находится в плохой форме. И, собственно, из этого и рождается вопрос – Почему Артем Карпукас вообще играл в этом матче после того, как было видно в матче с «Динамо», то, что Артем Карпукас не готов совсем. Его хватает на 10 минут игры. Сегодня, возможно, его хватило на 15 минут игры. И то, ну, ну это все еще не праймовый Кропукас даже в эти 15 минут был. А что в остальное время, ну не мне вам говорить желтая карточка в первом тайме, вторая желтая карточка во втором тайме, на которую он даже выходить не должен был. Не должен был не потому, что у него желтая карточка. Мы знаем, что Артем это все-таки довольно аккуратный футболист, у него желтых карточек не очень много. Он не должен был выходить на второй тайм, потому что он очень слабо провел первый. И на скамейке запасных очень много людей готовых было заменить Артема Карпукаса. И как показала практика в этом же самом матче, даже один Марио Миты мог спокойно держать опорную зону и без Артема Карпукаса, и без Дмитрия Баринова. И для игры это стало только лучше. К сожалению, эту проблему я замечаю не первый, не второй, и не третий раз. И то же самое было и прошлой зимой, когда вот мы провели сборы, и Галктионов не смог определить за эти самые сборы, кто на какой позиции может хорошо играть, может плохо играть. И мы решили, что идеальная игра, она с Данилом Куликовым в центре поля. То же самое потом было и летом, когда мы тасовали центр обороны, мы постоянно меняли игроков и пытались понять, кто же из них более сильный. Мне кажется, что это базовое умение тренера. Именно в тренировочном процессе определять сильные и слабые стороны футболистов. Хорошую форму футболистов и плохую форму футболистов. А когда у тебя на матч с «Динамо» выходит Александр Сельянов, когда у тебя на матч с «Динамо» выходит Артем Дзюба и Антон Миранчук, а на матч, и все проваливают матч с «Динамо», абсолютно просто в ноль проваливают этот матч, и, соответственно, на э, игру с «Сочи» они уже не выходят, ты задаешься вопросом, ну как вот ты 60 дней смотрел на этих футболистов, думал то, что будешь делать на них ставку, и после первых же там неудачных 45 минут ты их просто убираешь. Хорошо, что убираешь, да, как бы э -э, не имею ничего против того, чтобы Дзюба и Антон Верончук оставались в запасе, и Александр Сельянов, да, вышли футболисты, которые, ну, более хорошо готовы. Но это порождает множество вопросов, что... Почему ты на них вообще рассчитывал, если они к сезону не готовы? Да, может быть, сильные футболисты, но они не готовы к сезону. И, возможно, да, там в апреле они начнут бегать, возможно, они начнут играть в футбол, и окажется то, что все это очень хорошо. Но здесь и сейчас, ну, ну, не готовы. К сожалению, с тем, что «Локомотив» в марте не будет показывать хороший футбол, ну, я уже смирился и буду ждать апреля. Я уверен, то, что, ну, вот те эпизоды, которые были в матче с «Динамо», которые сегодня были у команды, они будут реализовываться, но не сейчас. Они там через, дай бог, через 4 дня мы реализуем их с «Балтикой» на кубок, но потом будет Краснодар в конце месяца, потом будут уже апрельские матчи. Вот я думаю, что там забегают наши футболисты и начнут решать те моменты, на которые сегодня по просто непонятнейшим причинам у них не хватало концентрации, не хватало мастерства, не хватало просто ну, каких-то правильных решений. Да, ну вот что с «Динамо», ну, странные решения принимали футболисты, да, из Динамо, там, Сулейманов два момента странно себя вел сегодня. Сергей Пеняев, выйдя один на один, не смог левой ногой покатить мяч на Глушенкова, предпочел что-то делать правой ногой, хотя было, ну, абсолютно неудобно из его позиции играть правой. Не знаю, не понимаю, что, что помешало Сергею Пеняеву просто адекватно разобраться в ситуации, в которой он, ну, 10 из 10 может разбираться с закрытыми глазами, разбуди его среди ночи. Но вот сейчас, сейчас не такой период, сейчас период, Спада формы у всей команды, ну точнее, набора формы всей команды, а, просто мы находимся в нижней точке этого самого набора. Вы приходится говорить то же самое, что я говорил и по матчу с Динамо. Там а, я делал такую ремарку: что надеюсь, что даже такой формы нам хватит, чтобы победить Сочи и победить Балтику. Но вот не хватило. Хотя моментов было предостаточно. В последние 15 минут могли забивать 3-4-5 голов просто сумасшедшие моменты были, но вот чего-то не хватало. И вот это вот чего-то, вот эти вот доли секунды, которые нужны игрокам локомотива, чтобы подумать, вздохнуть и правильно принять решение, правильно использовать свой момент, ну, видимо, видимо, придут к нам чуть-чуть попозже. То же самое и было у нашей команды и собственно летом. К сожалению, нужно признать то, что трансферные приобретения зимы тоже вообще не сработали, по крайней мере пока. Да, опять же, не будем загадывать на весь сезон, но вот пока с первых же матчей качества они нам не дали. И Саид Хамулич вообще не выходит. Даже вот два матча нам нужно отыгрываться и вроде как нужно упускать игроков в атаку, но Саид Хамулич сидит в запасе и не получает ни единой минуты. Что довольно странно. Я вот, например, думал, что сегодня команда была в меньшинстве после удаления Карпукаса. Нам нужно было использовать пространство, которое неизбежно бы возникало после э, атак э, Сочи. Но что-то как-то не стали выпускать. Выпустили Пеняева. Как бы, ну да, скорость появилась, рывки появились, но, наверное, можно было бы и там попробовать. Еще более быстро сыграть с Глушенковым по центру, Пеняевым справа, Хамульчим слева. Не знаю, может быть, было бы лучше. Но предпочли выпустить Дзюбу вместо Сулейманова, Пеняева и играть, как играли. В общем, ну, как вы знаете, дивидендов особо это не принесло. Так и закончили 2-2. А... а Жорзино МС причастен к обоим голам ворота локомотива. И если в первом случае ну мы можем списать на, колок... на коллективное помутнение и куда там Жорзино... Помчался на правый фланг атаки прессинговать соперника не очень понятно, но, допустим, может быть, какое-то было тренерское задание. А вот как он защищался на угловом при втором голе, ну, это, это знак качества, конечно. Очень хотелось, чтобы Жорзино приехал к нам, вот того образца, который был два года назад в Страсбуре, но приехал именно тот Жорзино, нарезку которого я смотрел. И очень мне было странно наблюдать, как он, ну, вообще не прыгает, не использует свою мощь, не играет особо головой. И здесь, ну, Марсело Алвес просто прибежал, просто ударил. Немси на это все смотрел, потом развернулся, посмотрел на Баринова, который до мяча не допрыгнул. Наблюдать это было очень странно. Здесь ну, достаточно было, чтобы Немси просто сделал шаг и боднул его там своим, своим, своей грудью, там, своим корпусом. И ну, чтобы Марсело Алвис не выпрыгнул. Ну или хотя бы выпрыгнуть самому и попробовать как-то помешать. Просто полный игнор навеса с углового и... Ну, казалось, да, после матча с Динамо, где мне не очень понравилась игра НЕМС, что вот сейчас пойдут игры, где НЕМС э, сможет себя проявлять, потому что много навесов, и нужно, соответственно, эти навесы выбивать из нашей штрафной. Ну, вот вам навес, и при счете 2-1, где, ну, ну, вроде вся игра под нашим контролем, вроде все нормально, все спокойно, сейчас заменки проведем, все еще будет лучше, добьем соперника. Нифига, просто на ровном месте привезли угловой, и с углового абсолютно... Ну, катастрофическим образом защищаясь, Тимур Сулейманов, он тоже там причастен, и э, Жозено Немси дали Марселу Алвесу пробить. Очень грустный, очень, ну, точнее, даже как-то, да, не грустно, но расстраивают такие эпизоды, когда, ну, вроде все в твоих руках, и вроде ты можешь этот матч забрать себе, в, ну ты создаешь много моментов мяч под твоим контролем ну просто дойди до ворот пробей по воротам забей гол и все будет хорошо вы забили гол у нас в первой минуте игры а потом ну расхлябанность два удара в сор ворот Локомотива два гола сразу после этого удаления и и в итоге ничья, которая приносит нам одно очко. Благодаря этому очку мы остались на пятой строчке. В те же самые очки с нами идет ЦСКА, на одно очко меньше у Спартака. А Динамо отрывается уже на 6 очков. И в отличие от нас, теперь участвует в чемпионской гонке. Краснодар потихоньку отваливается. Зенит тоже, скорее всего, будет терять очки. Я не вижу пока в их игре какой-то вот надежности. Скорее всего, опять же, до первого сильного слаженного соперника снова будут терять эти самые очки. Но Локомотив в этой гонке не участвует. Мы участвуем в гонке, видимо, за третье, четвертое, пятое место. Я думаю, что Краснодар теперь вполне возможно будет еще больше этих очков терять. То, как они проиграли свой последний матч. Но по делу, прямо скажем, по делу. Э, ждем апреля, ждем и надеемся на то, что, опять же, вот как и матч с Динамо заканчивал, так и сейчас обзор заканчивал. Того, что вот этой формы нам хватит на то, чтобы переиграть Балтику. Моменты мы создаем. У нас есть 10 минутки, 15 минутки, которые мы играем очень здорово. И если вот этот вот отрезок будет увеличиваться, то Балтике будет очень тяжело нам противостоять. И этого должно хватать только, блин, реализовывать эти самые свои моменты. К апрелю эти отрезки будут уже более длинными, и там контроль матча у нас будет гораздо более хорошим, гораздо более сильным, и там нам будет чуть-чуть попроще. Надо перетерпеть, надо очень сильно потерпеть и дождаться... Апреля я верю в то, что команда начнет бегать примерно через месяц после окончания межсезонья. Но, конечно, вопросов к тренерскому штабу, зачем мы загоняем себя в межсезонье так, что нам потом нужно месяц восстанавливаться от межсезонья, я не знаю. Мне кажется, что можно как-то это все и по-другому делать. Все, я высказался. Это был эмоциональный порыв мой после матча. Надеюсь, что... Э Срезонирует как-нибудь с вами, и если срезонировал, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и до новых встреч после Балтики будет видео, а потом перерыв на пару недель, которые локомотиву сильно пойдут на пользу. Пока!